Здравствуйте! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 27-й лунный день. Луна убывает и находится в знаке Девы. Символ дня – трезубец. Это атрибут Богоморья Нептуна, поэтому этот день очень тесно связан с водой. Удачны все морские путешествия. Сегодня особенно сильно развита интуиция. Можете неожиданно открыть для себя выход из трудной ситуации, которая вам давно не дает покоя. Солнце находится в знаке Весов и проводит там до 23 октября. Итак, Весы сегодня очень сентиментальны и чувствительны, но день порадует вас полезными и интересными новостями. Для поддержания хорошего самочувствия следует беречь голову и все, что в ней находится, не нервничать по пустякам. День будет полон контактов и сообщений, так что правильно расставляйте приоритеты. Партнеры порадуют хорошим настроением, поэтому поддерживайте этот добрый и веселый настрой с самого утра и решайте все поставленные задачи совместными усилиями. Скорпионам придется планировать все предстоящие дела и строго придерживаться своего плана. Самочувствие будет стабильным и устойчивым. Не переутомляйтесь и не нарушайте режим питания. Исключите из рациона соленые продукты. У многих сегодня усилится интуиция, и вы даже почувствуете, что происходит с теми, кто вдалеке. Возможно, получение полезной и своевременной информации, которая повлияет на ваши ближайшие планы. Стрельцы будут в центре событий сегодняшнего дня. Здоровье потребует внимания, не игнорируйте его сигналы, говорят звезды, настройтесь на хороший день. Физическое состояние будет изменчивым, придерживайтесь разгрузочной диеты и не злоупотребляйте алкоголем. Будьте осторожны во время занятий спортом и не забывайте употреблять достаточное количество воды. Младшие члены семьи потребуют внимания, относитесь к возникающим проблемам спокойно и все решится положительно. Козероги получат шанс изменить свою судьбу. Будьте внимательны к ее знакам. Относительно здоровья стоит проявить внимание органам пищеварения и воздержаться от приема жирной и острой пищи. На личном плане без особых изменений, но новости издалека заставят задуматься и принять, наконец, важное решение. Что касается застарелых проблем, то здесь лед тронулся и, возможно, проявятся положительные перемены. Будьте внимательны к деталям. У водолеев сегодня проявится дар предвидения и предчувствия. Прислушайтесь к своим ощущениям и доверьтесь своей интуиции. Самочувствие будет в норме, однако следует избегать больших нагрузок на позвоночник и не напрягать зрение. Удачное время для избавления от вредных привычек. На любовном фронте разгораются страсти, будьте великодушнее. Откроются новые причины, стимулирующие реорганизовать вашу жизнь. Привлекайте в нее только тех, кто вам нужен, но не заставляйте. У рыб один из самых удачных дней на этой неделе. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и смело примените свою интуицию для решения важных дел. Что касается здоровья, то этот день очень подходит для диет и очищения организма, так что ознакомьтесь с советами диетолога, они сегодня наиболее полезны и практичны. На личном плане все в порядке. Противоположный пол будет неравнодушен и возможны новые многообещающие знакомства. А еще у вас сегодня проявятся медиумистические способности, и вы сможете смело сделать свой прогноз на ближайшее время. Овнов ожидает насыщенный день. Звезды поддержат любые начинания. Семья выйдет на первый план. В плане здоровья берегите глаза, меньше читайте и не смотрите на яркий свет. Не забывайте защищать их на улице. В рацион включите чернику и чернослив. В личной жизни на первый план выйдут старшие члены семьи, проявите внимание. Сдерживайте свои эмоции, обходите конфликтные ситуации, потому что ваш ум сегодня настроен слишком критично. У тельцов в целом удачный день, личные отношения выйдут на первый план. Относительно улучшения самочувствия звезды советуют особенно беречь голову и не переутомлять глаза, сегодня можно голодать и очищать организм. В личной жизни возможны приятные знакомства, в том числе и через социальные сети. Сегодня возможен интересный поворот дел. Либо подарок, либо ловушка. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, и интуиция вам поможет разобраться. Удачный день у близнецов. Звезды сулят им приятные изменения.
Для поддержания хорошего физического состояния звезды советуют не напрягать зрение и чаще смотреть под ноги. В рацион включите бананы, клубнику и чернику. А еще вы рискуете поссориться с партнерами, поэтому отбросьте все обиды и под флагом дружбы и взаимопонимания посетите свой любимый ресторан. Раки сегодня наиболее чувствительны. Удачный день для принятия важных решений. Со здоровьем все в порядке, но старайтесь не принимать близко к сердцу высказывания оппонентов. Отнеситесь ко всему философски. А еще звезды предупреждают, что лучше воздержаться от всевозможных споров и выяснений отношений. В еде придерживайтесь разгрузочной диеты и пейте больше воды и соков. Вечер проведите с любимым человеком, возможны судьбоносные события. Львы проявят все свои самые лучшие качества и будут в рейтинге удачных знаков зодиака на сегодня. Относительно здоровья – основной совет от звезд. Берегите зрение, делайте упражнения для глаз и не напрягайте. Эмоциональное состояние тоже будет меняться, поэтому с партнерами не спорьте. Предложите интересное совместное, приятное времяпрепровождение. В делах откроются новые причины, которые будут стимулировать реорганизовать вашу жизнь. Девы сегодня открыты для чувств, и звезды их поддерживают. В физическом плане продолжается эмоциональный подъем. В рацион включите кисломолочные продукты и орехи. Полезны занятия йогой и духовной практики. В личной жизни сегодня особых изменений не произойдет, но вы можете помечтать вместе со своими избранниками и притянуть удачу. Не позволяйте себе сегодня лениться и замедляться без надобности. Будьте в тонусе. Дорогие друзья, вот таков был астрологический прогноз на сегодня, а мы желаем всем удачного дня, хороших новостей, крепкого здоровья и мира во всем мире.